Dry pouch или сухая водонепроницаемая барсетка. Это удобная вещь для тех, кто занимается активными видами спорта на воде и хотят, чтобы телефон, ключи, какие-то ценности, минимально необходимые наборы были у вас с собой. Эта штука крепится либо на пояс, либо любые другие варианты крепления. Вот здесь вот есть специальные такие крепежи. Значит, эта вещь, она действительно водонепроницаемая и противоударная. Особое внимание заслуживает замок с такими фиксаторами на конце. Это действительно качественный водонепроницаемый замок. Эту сумку можно опускать даже под воду, она не будет пропускать воздух, не будет набирать воду. То есть вы с ней можете нырнуть не на большую глубину, вы можете спрыгнуть с кайта, с вейка и не бояться о том, что ваши вещи внутри намокнут. Здесь внутри вы можете хранить ваши ценности. Если это необходимо, то здесь вот есть такая очень мягкая вещь, которая вот смягчает удары. Такая вкладочка мягкая. И вы можете, например, там телефон в избежание ударов, там, скажем, о водный мотоцикл, о доску, о фойл, вот сюда вот класть и тогда уже вкладывать внутрь сумочки. В комплект идет, не перепутайте, это не губная помада, это смазка для того, чтобы замок легче открывался. И в целом, как показывает практика, эта вещь очень практичная, ведь часто так получается, что вы не можете все вещи оставить в машине, когда вы ходите на воду, и часть как-то надо взять с собой. Куда это деть, иногда бывает непонятно. Ну вот, например, если вас отнесло где-то ветром дальше чуть-чуть от берега, вам надо выйти на связь, позвонить, то в таком случае Dry Pouch вам очень поможет для того, чтобы минимум необходимых вещей всегда иметь с собой. Катайтесь с удовольствием, всем сап!